поговорим про оружие партизан. У нас сегодня его как никогда много. То есть я так понимаю, что на вооружении партизан вообще могло стоять все, что угодно. Да. Да, по сути дела. Есть какие-то такие вот вещи, которые вот буквально в каждом отряде были в обязательном порядке? Вот из того, что есть на столе. В каждом отряде практически были обязательно. Это винтовка Мосина, потому что это проработано. Да? Вот. Это основное вооружение Чеченской Красной Армии на Великую Отечественную войну. Вот. В каждом отряде были карабины Мосина, ну, более укороченная версия винтовки Мосина. Также часто, да и практически повсеместно использовалось трофейное оружие. Так, это у нас что такое? Карабин 98 немецкий. Это немецкий карабин. Вот, МП-38. Это где-то здесь лежит. А пистолеты вообще использовались партизанами? Естественно. Перед партизанами, подпольщиками пистолеты использовались зачастую, потому что пистолет легче всего спрятать. Вот, под одеждой, в сумке, среди вещей. Вот. Использовалось и трофейное ПН-8 «Люгер». Использовались наши отечественные наганы. Где-то у нас, кстати, наган. И часто тоже использовались, ну, эрзац, так сказать, пистолета. Это обрез винтовки Мосина. Почему именно использовался обрез? Это та же винтовка Мосина, только с обрезанным прикладом и обрезанным стволом. Его можно было спрятать под одеждой. То есть мне сейчас вот... Да, спокойно можете его убрать под одежду, а винтовку Мосина у вас спрятать невозможно. И без личного досмотра, без обыска, просто вы не привлекаете внимания. Если партизан будет идти, как уже говорили, с винтовкой Мосина на плече, это возникнет много вопросов у патрулей, полицаев, всех остальных, типа, кто он такой, где он взял винтовку. То есть обрез, он не бросался в глаза. Но обрез, это опять же такое оружие, это очень недалеко и очень громко. Очень недалеко и очень громко, но пистолетов на всех не хватало. Ага. Не такое уж большое количество было пистолетов, поэтому мы выкручивались как могли. Что касается вот централизованного снабжения, Красная Армия что-то давала партизанам, что-то выделялось из оружия? Выделялось. Добрый. Те же винтовки Мосина, пистолеты, пулеметы, ППШ. Так, давайте ППШ мы достанем тоже, чтобы сразу продемонстрировать. Так, у нас ППШ стоял на вооружении партизан. И вот это что такое? Это ППД-40, пистолет-пулемет Дегтярева, образца 40-го года, то, что было до ППШ. 40-го. А сколько охотничье оружие было употребимо партизанами? Охотничье оружие партизанами было употреблено, потому что охотничье оружие было в гражданском населении. То есть, если человек уходил в лес, он использовал то, с чем он уходил. То есть, например, той же двустволкой. Но это оружие не боевое, и использовалось оно только в начальный период. Когда... То есть, я иду с двустволкой в лес, пока не убью какого-нибудь немца и не раздобуду у него что-то посолиднее. Да. Логика примерно такая. Примерно такая же, да. И опять же, снабжение боеприпасами. То есть, например, охотничьи боеприпасы можно переснарядить. Вот, намного проще. Нет патронов, переснарядил, пошел в двустволку. Если это для маленьких отрядов, которые были без, не снабжали централизованно с большой земли, у которых не было сил, чтобы захватить немецкий арсенал и т.д. и т.п. Угу. А если совсем нет арсенала, вот воевать нечем, что придумывалось? То есть реально вот есть же, да, миф о том, что партизан — человек, который там с топором шел воевать, там, ну, с рогатиной, с вилами. С рогатиной — это, скорее всего, 712 год. Партизаны, кстати, здесь тоже было партизанское движение. Вот мы находимся в Палапсанском районе, тут у нас партизанин Герасим Курин. Вот, французы в 812 году раз уничтожал. В Чечне проводится реконструкция битва на Мохне ежегодно. Вторую Великую Отечественную войну уже партизаны с топором против вооруженного противника особо не повоюешь. Использовались бутылки с зажигательной смесью, вот, которую можно было изготовить самим. И уже всеми правдами и неправдами, всеми разнообразнейшими способами добывалось оружие. То есть первая и главная цель партизанского отряда — это добыть вооружение? Естественно. Все остальное еще потом? Не, ну и вооружение, питание и место базирования. Потому что если у тебя есть оружие, но у тебя нечем питаться, то ты особо не партизанишь. Вот. Если у тебя нет места базирования, хотя партизаны, у них не, ну, зачастую у них не было постоянного места дислокации, они перемещались. Чем интенсивнее перемещается отряд, чем больше он не находится, чем меньше находится на одном месте, тем труднее его засечь и, соответственно, уничтожить.